Всем привет, дорогие друзья. Вот, да, вот хотел вам показать автомобиль, который к нам приехал на обработку. Мы делаем антикоррозионную обработку. Подготовленная Нива. Здесь и мотор переделанный, двухлитровый стоит. Видите, железный бампер, да, усиленный бампер передний. Лебедка. Люстра. Расширители. Колеса грязевые. Задние, кстати, дисковые тормоза у автомобиля уже установлены. Вот, делаем полностью, обрабатываем автомобиль сейчас для нашего клиента. Сзади тоже люстра, лестница, фаркоп, бампер тоже железный. Вот такой вот легенд готовится у нас для нашего клиента.